Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. Это фото было сделано 4 года назад. На нем очаровательный котенок по кличке Минни. Она смесь двух пород – американского кёрла и манчкина. С годами внешность питомца сильно изменилась. Теперь Минни – взрослая кошка, в которой уже не узнать этого очень скромного котенка. Сейчас Минни по-прежнему очаровательна. У нее такие же торчащие ушки, большие выразительные глаза и короткие лапки. Минни очень активна, проворна и невероятно подвижна, что делает ее настоящей любимицей не только хозяев, но и поклонников, наблюдающих за ее жизнью через страницу в Инстаграме, которую ведет хозяйка Минни. Сейчас на нее подписано почти 180 тысяч человек со всего мира. А хотел бы ты себе такого кота, который будет смесью двух пород? Делись своим ответом в комментариях. Подписывайся на канал и ставь лайк под этим видео. Видеоролик создан специально для сайта fb.ru.